Каждый, кто отправляется в магазин за продуктами, старается сэкономить. В следующем материале мы расскажем, где можно купить социально значимые товары по приемлемым ценам. Недавно в Славянске на Кубани открылся магазин продуктов по оптовым ценам. Здесь можно купить абсолютно все, начиная от сладостей и чая и заканчивая товарами, входящими в список социально значимых продуктов – крупы, макароны, молоко. Широко представлена продукция кубанских производителей. Цены ниже, чем в сетевых магазинах. Покупатели и ассортиментом, и качеством товара довольны. Магазин находится на пути следования домой, в очень удобном расположении. Мы постоянные покупатели, цены очень приятно удивляют. У нас всегда горячий хлебушек, много социально значимых продуктов. Это вот сахар, крупы мы покупаем, колбаска всегда свежая, вкусная, молоко. Огромный выбор шоколада, конфет. Дети очень любят. Вот я прихожу домой с сумкой, и дети всегда рады моему приходу домой с этими продуктами. Магазин «Продукты» по оптовым ценам находится по адресу улица Школьная, 492. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События».